Привет, дорогие мои! Сегодня я хотела бы рассказать о том, как я готовилась и как я докладывала на всеукраинском симпозиуме, посвященном возрастной андропаузе. Я разговаривала на украинском языке, выложила на YouTube эту запись, вернее, запись моей подготовки к своему выступлению. Но я получила очень много комментариев, которые говорят о том, что расскажите, пожалуйста, нам на русском языке. И в этот раз я решила повторить свой доклад на русском языке, подглядывая, конечно, в свой конспект, но разделить этот доклад на три части, потому что не все могут и имеют возможность все слушать быстро и непрерывно. Итак, как я уже сказала, мой доклад называется «Чего хочет мужчина?» старше 40 и 50 лет. Вообще-то я свой доклад начала таким случаем из моей студенческой жизни, когда на первом курсе медицинского института профессор Бобин, это известный анатом, читал нам лекцию по нормальной анатомии, и мы шумели, гомонили, мешали ему начинать, и тогда он привлек внимание аудитории, в принципе, это был беспроигрышный шаг, он нас заинтриговал. Он сказал, что, вы знаете, сейчас я вам скажу вещь, которая, наверное, покажется вам кощунственной. Но поверьте мне, что это правда, это жизненная закономерность. Мы притихли, и он нам сказал простую фразу. А вы знаете, вот мы все до единого, сидящие в этой аудитории, я, стоящий перед вами, мы все умрем. В аудитории наступила тишина. Ну, как бы мы все понимали, что так или иначе мы все умрем. Но в наши 18 и 20 лет эта фраза выглядела так кощунственно, что, конечно, мы замолчали и, может быть, даже задумались. Однако, реально, только спустя годы я понимаю истинный смысл его слов. Итак, чего же хотел бы мужчина, который достигает возрастной группы 40-50. Как правило, это сочетание того, каким он был здоровым, когда ему было 20, и тех преимуществ, которые он получает в возрасте старше 50 лет. Я проанализировала статистику смертности по разным причинам заболеваний, и оказалось, что на первом месте 86-87%, причем данные и цифры очень похожи и в России, и в Украине, и в Казахстане, и в Армении, и в Таджикистане. Смертность составляет 80-85% сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте средняя смертность – это злокачественное новообразование. И это небольшой процент, вы не поверите, это около 20% всех причин смерти. Далее мы говорим о внешних причинах смерти, ураганы, автокатастрофы, бедствия. И дальше пошли все остальные причины вплоть до десятых долей процента, в том числе и самое опасное, и сейчас раскрученная инфекция, о которой вы все знаете. Для того, чтобы доказать, я скажу, что на сегодня существует такая статистика, где умирает около 700 человек на 100 тысяч населения ежегодно. И, к сожалению, эти показатели в 2-3 раза выше, чем в странах Западной Европы, в странах Японии, в США. И заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, масломасляная, можно, в принципе, редактировать. Кроме того, появился ряд технических работ, научных работ, которые демонстрируют связь возрастного гипогонадизма, возрастной недостаточности мужского полового гормона и нарастанием процента сердечно-сосудистых заболеваний.
И уже с возраста 35 лет частота смерти от сердечно-сосудистых заболеваний возрастает где-то на 0,8%. И все это связано с андропаузой. Почему это еще актуально? Потому что с андропаузой, с недостатком тестостерона, связан так называемый метаболический синдром. Метаболический синдром – это совокупность клинических проявлений, таких как ожирение, нарушение соотношения холестериновых фракций, повышение артериального давления, нарушение метаболизма глюкозы, склонность к возникновению сахарного диабета второго типа. Итак, что же хотел бы мужчина сохранить, если он приобрел это в возрасте старше 40-50 лет? Это, конечно, финансовая свобода, это, конечно, жизненный опыт, это мудрость, это improving skills, это развитые способности и навыки, это стабильные семейные отношения, это взрослые дети. А что хотелось бы сохранить и продлить? Продлить сексуальные возможности, сохранить здоровье. Два пункта, которые интересуют любого мужчину и любую женщину, кстати. И нужно сказать, что когда говорят о метаболическом синдроме, то диагноз этот начинают ставить, когда охват талии превышает 94 сантиметра и когда индекс массы тела превышает 30, цифру 30. Справедливости ради нужно сказать, что прогрессирование ожирения приводит к нарушенному метаболизму глюкозы, что вызывает недостаточность двигательной активности сперматозоидов и в конечном итоге может приводить к ухудшению показателей спермограммы. Также параллельным спутником андропаузы является хронический простатит и гиперплазия предстательной железы. Это все нарушения, связанные с тем, что органами-мишенями являются предстательная железа и обменные процессы в предстательной железе изменяются. Ну и для второй части я расскажу анекдот о том, что приходит пациент и доктора спрашивают, как вы его будете лечить? Он говорит, будем закапывать. Задают вопрос, капли? Доктор отвечает, так вы оптимист. То есть предполагается, что закапывать будут пациента в землю. Вот это первая часть. Послушайте, пожалуйста, вторую часть моего рассказа о андропаузе. Если это видео вам понравилось, вы знаете, что делать. Нажмите колокольчик, чудесный колокольчик, подпишитесь, и вы будете получать информацию о появляющихся видео.